Хей-хей-хей, всем привет, с вами Богдан, мы с вами играем I Wanna Be The Boshi. It's Boshi time. Смотрим, как это делается. Я за кадром потренировался. Так, ну вот этот вот... Сохранение я не буду брать, потому что тут нужно с разгоном идти. Если идешь без разгона. Так вот, подпрыгиваем. Помним, что у нас один прыжок есть. Вот видите, вот тут нормально стоим так. Тут засейвились. Ничего нет. Так. Ну, видите, не зря даже засейвился. Всякое же может быть. Угу, к тому же вот это место не всегда получается. Я еще об шип ударился, не долетев до него. Кстати, вот между этими двумя колоннами падать нельзя. Там шипы. Вот, смотрите. Специально для вас умер сейчас. Чтобы вы видели, что туда нельзя. Чтобы вам доказать. Так, ну вот здесь можно засейвиться, да? А тут уже нельзя. Ой, я забыл, что тут опять невесомость. А, мы, видимо, когда касаемся вот этого чувака, то невесомость исчезает. А когда этого, то появляется. То есть Веридина и Вермилина. Сложное место, да? Так. Это от той платформы надо отпрыгнуть, чтобы попасть на тот твердый объект. Офигеть.
Ну вот теперь другая задачка. Смогу ли я в ней разобраться? В этой серии. Так, где-то надо подождать, где-то поторопиться. Так, когда с самого слева они... Надо прыгать. А здесь как, не знаю. А, там подвиснуть надо. А тут уже торопиться опять надо. Так, а если одной ногой становиться? Да. Я был на третьем блоке. Второй блок надо одной ногой ставить. Ой, я мышкой себя убил. Вот это вот. Вообще странно. Вообще неудачно. Да ладно, я был на четвертом блоке. Просто надо помнить. Да, вот когда второй я становлюсь, то уже меня с него скидывают. Поэтому нужно торопиться на третий. It's bashy time.
Пацаны, я смог! It's bashy time. It's bashy time. За эту серию это разгадать, хотя я это не репетировал. Хорошо, что я у других людей это видел. Хорошо, что я у других летсплейщиков видел это. Нет. Чего? Так, погодите. На время посмотрел и не получилось. Ну, лучше гораздо. Так, надеюсь, я это место все-таки за эту серию пройду, потому что я его не хочу репетировать. Его хочу просто взять и пройти. Надо прямо от шипов прыгать. Почему здесь разгон? Это же невесомость. Какой разгон? Тут нет ускорения свободного падения, потому что это невесомость. Потому что это не гравитация. Мы просто отталкиваемся от стен. И по инерции летим. Так, последний раз. Нет, еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз можно. Вы это чувствуете? Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока!